вот наше подразделение поднимается туда, на голландские высоты. Сирийцы отступали очень быстро и интенсивно, бросали свое оружие современное, которым Советский Союз поставлял в огромном количестве. Мотивации у них не было никакой к продолжению боевых действий. Вот. И только в 25 километрах от города Дамаска Организация Объединенных Наций останавливает армию обороны Израиля и обязали израильтян отступить границы 1948 года, чего евреи делать не стали.